Продукт, конечно, чудо. Я пришла с диагнозом коксартроз, двусторонний тазобедренный сустав. С тростью приходила. Ну, видите, без трости хожу. Вот, принимала слайд и стоп. Утром и вечером. Все. Все прошло у меня нормально. Все идеально. Ночью сколько времени прошло? У меня, знаете как, я когда пришла сюда, меня пригласили на презентацию, вот как вы на первый ряд меня посадили, я думала, как я сяду. Потому что я сесть и встать не могла. Знаешь, что такое тазобедренный сустав? Это кошмар. Вот так села, и мне дали вот этот слайд, положили под язык, сказали, как рассосется через час, стакан водички надо выпить. Все, я рассосалась, я говорю, дайте мне водички, сказали, вставайте, сам пейте. Я встала и пошла, которая сесть не могла, встала, и встала вот так, и говорю, а как я встану, трость там стоит. Представляете, сразу подействовала на меня, которая ходить не могла. 4 месяца я из дома ходить не могла. Вот. Шикарно, стоп, и слайд вместе надо принимать. Это боль есть. Это боль снимает, а это улучшает движение. Потом. Вот, свежий.